Если я жесток с тобой, то только потому, что наш мир жесток. Ты же сам это знаешь. Просто постарайся не попадать в неприятности, ладно? О, Боже! Твой брат вышел из тюрьмы. Жаль, я давно не был дома. Но я хочу, чтобы ты знал, ты очень дорог мне. Будь поосторожнее с ним. С возвращением, дружок. Я помню, что за мной долг. Не сомневайся, я все отдам. Ага. Отпустите его! Это еще что за хрень? Что это за штука? Нашел. Ее же наверняка кто-то ищет. У твоего брата опасная вещица. Надо бы кому-то сообщить. Нет, не надо. Найдите его, он здесь. Те, кто за нами гонится, очень опасны. Пусть я плохой человек, но как же круто впервые в жизни почувствовать себя братом. Он вляпался во все это из-за тебя. Но рано или поздно он с ними разберется. Будь к этому готов. Они уже близко, бежим! Как ты мог за все это время ничего мне не рассказать? Пошли, пошли! Отвяжитесь от моего брата. Ты бы поставил эту штуковину на единичку, а?